Если ребенок не успевает в школе, у родителей есть право обратиться к завучу или директору школы. Руководители педагога-предметника обязаны обращать внимание на такие жалобы и решать проблему. Любой родитель может общаться и с завучем, и с администрацией школы для решения каких-то ситуаций. Но мне кажется, было бы правильным в каких-то ситуациях, да, которые вызывают у него недоразумение, непонимание, когда он видит, как это сказывается на ребенке, в первую очередь обратиться и подойти к самому педагогу и попробовать с ним переговорить на ту тему, что его волнует. Да, что его волнует, что успеваемость ребенка снизилась. Возможно, это трудности во взаимоотношениях. В школе, конечно, бывают ситуации, в которых только кажется, что выхода нет. Можно попросить независимого эксперта оценить знания школьника по предмету, чтобы понять, почему возникло отставание и как его исправить. Еще один вариант – обратитесь к психологу в школе или в городской психологический центр. Его подразделение есть во всех районах Перми. Независимый специалист, психолог может помочь по-другому взглянуть на эту ситуацию и найти какие-то ресурсы, которых, может быть, человеку, находящемуся в самом конфликте, в эмоциях, их просто не видно. На самом деле… ресурсов может быть несколько. Говорить о том, что меня как родителя беспокоит. Я как родитель переживаю за то, что происходит с моим ребенком. И это повод не личной какой-то войны, а что мы можем сделать на благо ребенка все вместе. Одна из причин неуспеваемости по школьному предмету – непонимание между ребенком и преподавателем. Чем старше школьник, тем больше взаимоотношений с педагогом влияет на успеваемость. Проблемы могут копиться годами, и не нужно доводить до конфликта, до негативных эмоций. Выход – диалог с педагогом при поддержке психолога. Он подскажет, что нужно поменять в отношениях педагога и школьника, как найти к нему подход. Возможно, ребенку нужна индивидуальная парадигма обучения. Школа поможет ее выстроить. Попробуйте все ресурсы на месте сделать, да? Ну, попробуйте, чтобы не было потом возможности, там, я ничего не сделал, я пошел туда. Тогда попробуйте сделать первый шаг сами и попробовать. Как правило, такие вещи помогают. И на самом деле, ну, наверное, любой человек оценит, когда, если есть какая-то проблема, оппонент придет к нему напрямую, они будут обращаться через его руководство, начальство, и он узнает об этом. Ну, вряд ли, в этой ситуации вряд ли ему захочется как-то конструктивно взаимодействовать.